Сергей Степанов, директор Института развития образования, покинет свою должность. Заявление на его увольнение подпишет сегодня зампред Виктор Капканщиков, исполняющий обязанности губернатора на время его командировки. Капканщиков сообщил об этом несколько часов назад на заседании Совета по реализации приоритетных национальных проектов и по демографической политике. Причиной увольнения послужили многочисленные жалобы на работу Сергея Степанова. Кто займет должность директора Института развития образования, пока неизвестно. Напомним, ранее с декабря 2008 по ноябрь 2010 Сергей Степанов занимал должность министра образования Амурской области.